Ни в одном проекте я не был так уверен, как в этом. Ну, вот поэтому он и не прошел. Посмотрят на проект, посмотрят, подумают, а я мог бы так? Ну, потом, если бы Якубовский еще был выдвинут на этот пост естественным путем, это одно дело. Он же в талантливые инженеры назначен. Ну, раз назначен, значит, могут снять. Раз могут снять, вот он и вертится. И считаешь, что он пуп земли. Хотя он просто пуп. Мы Сережу сначала завезем. Лицо грубое. Щеки как ляжки. Что за границу его посылает? Потом он делится своими впечатлениями. Мне довелось посетить завод строительных материалов. Ему довелось. Скажите, пожалуйста. Меня удивляет, ну почему наши путешественники, когда начинают изливать свои чувства и мысли в газетные подвалы, у них как язык деревенеет. Довелось. Не далее, как вчера. Просто вчера он же уже не может сказать. Он сверхчеловек, землепроходец. Осеннее золото лесов. То и дело проносится стада. Досужие болтуны. Досужие. Откуда он слово такое выкопал? Сам ты досужий. Поднял бы его. Ну вот ж ни к чему. Себе дороже стоит. А я расточителен. Леня, вы не наговаривайте на себя. У вас душа достаточно разработанная. Вам это противопоказано. Казнить. Вы вспомните Раскольникова. Основная ошибка Раскольникова заключалась в том, что он казнил собственноручно. Это надо получать секретарям. Поручили. Ничего не видите, ничего не слышите. Угрызений совести на грош, а пользы... Не кощунствуйте. Надо бы еще позвонить. Надо. Замерзают и моря. С той поры, как мы с тобой не вместе, май не отличить от декабря. Май не отличить от декабря. Валь. А у тебя кто есть? В каком смысле? Ну, известно, в каком. Да нет у меня никого. Ой, я удивляюсь. Молодая, здоровая, да? Красивая, обаятельная, одинокая и... Эх, Валя, Валя. Где-то есть счастливая весна. Только я не знаю, где она. Все тропинки что-то втали вместе, снежная укрыла пелена. Снежная укрыла пелена. Ой, девочки, девочки. Я люблю мужа. Уж куда больше любить, не знаю. Но душа... Ой, душа просит чего-то. Сама не пойму чего. То ли погревать во всю мощь и силу. В этом тоже своя красота есть, верно? Мы, конечно, с Мишей ссоримся, но как-то по-домашнему, так мирно.
я люблю тоску. А там все реки бездонные, а там все люди влюбленные, а там ты ждешь меня где-то, а там. Валь, ты чего? Маруся, она плачет. Да еще слезы бумажными лентами вытирает. А окно заклеивать чем будем? Валь! Валечка, ты что, а? Валь! Ой, Маруся! Ты что? Ты чего, Валь? Ой, девочки, я никогда замуж не выйду. Ой, ну это ты брось! Да ты брось, Валь! Знаете, я не могу влюбиться. Отвращение какое-то к мальчишкам. У них руки холодные, на лице какой-то пух, от застенчивости весь каменеет, а все туда же лезет обниматься. Убила бы. Вот кто мне нравится, тот на меня не смотрит. Подожди, Валя, а кто тебе нравится? Тот что, постарше будет, что ли? Да, постарше. Ну, еще молодой. Лет 29. А мы-то его знаем? А? Вот умру, а не скажу. Ой, вот и проговорилась, дурочка. Значит, знаем. Ой, девочки, чего же я такая несчастная-то? Да. Ладно. Вот я никому не рассказывала. А вам расскажу. Ну, говори, Валя. Давай. В прошлом году была я в заводской лаборатории на практике. Был там один лаборант. Лет 45. Ну и что, Валя? Ничего. Щеки синие, хоть брился каждый день. Вот, ну, сопит. Видно, нос не в порядке. Валь, лишь бы душа была. Да, задержались мы как-то с ним в лаборатории вечером. Ну, вдруг у него глаза остекленили, лицо поглупело, как бросится на меня. Ну, Я просто обалдела. Это уже нахальство. Ну. Да, но я не испугалась. Просто стало мне вдруг как-то скучно. Ну, я говорю, уйдите. Ну да. А он как глухой. Да. Ну, я его взяла, как так толкнула. Ну и правильно. Да, он разбил колбы, там пробирки, а я убежала. А на следующий день, знаете, что он сделал? Извиняться пришел, да? Да? Ждите. Подал заявление, что я посуду побила. Да. С меня взыскали, а я промолчала. Почему? Почему? Будто связало нас это вчерашнее безобразие. Ой, меня там не было. Бедные мы женщины, бедные, а? Пока найдешь свое счастье. Только всего переживешь. Ну, позвони еще, мне уже очень подождем. Надо ли? Конечно. Нет, можно. Нет, все-таки надо позвонить. Я уверяю, хотя я убежден, что его не имеет никакого смысла. Позвоним и проверим. Ой, вы откуда? У меня такой беспорядок, я не ждала вас, я босиком. Да уж. Вы извините, мы думали, что дома нет никого. Да не ждала я вас. Но вы все равно хорошенько. Спасибо. Оно видно. Но ты же не предупредил. Куда ты? К телефону позвонить. Маруся, сегодня наш проект обсуждали в главке. Он волнуется. Ну, вот ну я пойду. Сереж такого холода нагнал, что еще простудишься. Пришел, не постучался, вошел, не поздоровался. А вы не сердитесь, мужчина при виде уборки всегда звернеется. Марусенька, да. Твои туфельки под столиком. А я завтра зайду, окно домоем.
когда помещение очистится. Ох, какая вы сердитая. Какая есть. А вы тоже уходите, Валюш? Да, мне пора. Разрешите? А я что-то знаю. Ну, вероятно. Иначе не были бы инженером-строителем. Испортили девушку, острить стало. А я защищаюсь, Никанор Никанорович. Мы встретили Юрика. До свидания, Никанор Никанорович. До свидания, Валя. До свидания, Валюша. С женой встретили его. А, собственно, меня это не касается, и потом вы говорите неправду. Я всегда говорю правду. Спросите Никанор Никанорович. Это правда, Никанор Никанорович? Видимо. До свидания. До свидания. А какая она, а? Ну, как вам сказать? Блондинка такая, высокая, смотрит оценивающе. Да, высокая блондинка, зовут Станислава Арнольдовна. Арнольдовна. Видимо, полька. Полька. Да нет, тут что-то не то. Как не то? Так не то. Юрик говорил, что его жену зовут Нюра. Правильно, Нюра. По-польски Нюра, а по-русски Станислава Арнольдовна. До свидания, мне пора. До свидания. Всего доброго. Валюш, я провожу тебя, подожди. Валюша по уши влюбился в Юрика. И только он один этого не замечает. Вам-то что за дело, Леня? Ох, Никанор Никанорович, сам не знаю. Ну что? У Якубовского не отвечает телефон. Чего? Прячется. Видимо. Да, несомненно, прячется. Сереж, дай что-нибудь попить. Ну, проходите на кухню. Спасибо. Спасибо. Угощайтесь. Мы работаем. Я тоже. Да ладно, завтра все узнаем. Неважно. Да нет, важно. Всю ночь не спать из-за того, что у человека не хватает смелости поднять трубку и честно сказать, что проект не прошел. Леня, поехали по домам. Сейчас. Подождите, я сейчас. А Маруся где? Не знаю, Сережа выставил ее. Что вы выдумываете? Что значит выдумываете? Вы что, ничего не заметили? А что я мог заметить? Когда это было? Что, Леня, выдумываете? Да ну Никанор, Никанорович, ну что значит выдумываете? Пришла она, как радушная хозяйка, поставила вам яблоки, а Сережа ей, ну, работаем. Честное слово, я не заметил. Хотя Сережу могу понять, он не хотел при жене выдавать свое волнение, скрывал человека. Это слово волнение. Знаете что, Леня, шли бы вы лучше в писатели. Спасибо. Спасибо за совет. Вот. Звонил Якубовский. Проект принят с блеском. Он звонил в бюро, потом вам, Никанор Никанорович. Естественно, никого не мог застать. Вот, потом раздобыл мой телефон, позвонил сюда, ну, поэтому его дома-то и не было. Нет, не может быть. Ай. Вот вам первый признак талантливого человека. Смотрите, он радуется чужому успеху. А? Радуется, потому что понимает человек, что радость
дарит, а не отнимает, понимает, что авторитет учреждения от этого растет. Понимаете, уважение к нему возрастает. Да нет, старик работает. Ребята, работает, старик работает. Причем, нет, нет, слушай, ты меня прости, пожалуйста. Здоровье у него не воловье, а отдых, отдыхом не занимается своим. Нет. За границей-то. За границей. А что такое за границей? Это что, отдых? Ну, ты вот его спроси. Статейки пишешь. Ну и что? Какие? А ты читал название? Под чужими звездами. Да он в жизни никогда этого не написал бы. Он человек интеллигентный. Да ты же его сам хотел казнить. Ну и не успел, кстати. Ладно, и хватит. Кстати, хватит психологии, хватит, понимаете, философии. Главное, что проект наш, брат, за что? Марья Николаевна! Маруся! Марья Николаевна, поздравьте нас. Наш проект прошел с блеском. Вот так. Принято. Поздравляю. Никанор Никанорович, я думаю, мы ребятам дадим возможность отдохнуть. Они ведь тоже переутомились. Да. Вечером созвонимся. Да. Всего доброго. До свидания, Лена. Всего доброго. Николай, Сережа, до вечера. Да. Хорошо, я вас провожу сейчас. И только обязательно вечером позвоню. Еще раз поздравляю. Счастливо. Счастливо. Марусь, что с тобой? А? Ну-ка, 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 а что ты такая бледная у меня? М? Да ты устала. Ну, ты воешься с окнами, воешься. Сколько раз я тебе говорил. Окна сами не вымоются, не заклеются. Так, а что с тобой? А? Да ты что, обиделась, что ли, на меня? Ну, слушай, ну... Да ну что, не бывает в жизни. Ну мы мужчины, ты народ грубый. А тот, кто слишком вежливый, тот не мужчина. Ну проснись, Маруся. Я проснулся. Ну давай мириться. М? 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 Мы не ссорились. Ну как хочешь. Поет пластинка, в
взволнованно и страстно. И вдруг пошла иголка по кругу одному. Мне горько потому, мне горько потому, мне горько потому. А почему не ясно? Мне горько потому, мне горько потому, мне горько потому. А почему не ясно? Ссориться. Что делать? В азарт вхожу. Ну и раз даже обидно мириться, вот я во что превратилась. Началось с пустяков. Сережа при чужих сказал, чтобы я вышла из комнаты. А, конечно, вышла. И тут родилась первая ссора. Я молчу, и он молчит. Я самостоятельный человек, а он мужчина. Потом прошла неделя, и вдруг показалось мне, что он похудел. Сжалось у меня сердце, бросился к нему на шею. И прошли мы так мирно, так славно, так близко, как никогда в жизни дней пять. Потом он вдруг обиделся. А на что? Не могу вспомнить, вот что смешно. Мы вместе не могли вспомнить, но молчали неделю. И пришел он ко мне мириться первый, и с новым миром. В чем дело? Может быть, любовь имеет свой возраст? Сначала любовь и ребенок. Все умиляются, смеются каждому словечку, радуются, а потом, глядишь, и вырос ребенок. Шучу я, чтоб себя подбодрить. А в последней ссоре было что-то, говоря, прям страшное. Я попросила его объяснить, мне один вопрос по высшей математике. Стал он объяснять, а я не понимаю. И он заорал на меня с ненавистью, с отвращением, как на врага. Вот чего никогда не было. Нет. Надо иметь смелость и сказать. В последней ссоре было что-то безобразное. Так ссориться я не научу. Чего ты не понимаешь? Вот ты сиди себе, сиди. Успокаивайся, молчи, молчи. Ну, а вы пошли. Маруся, пожалуйста. Сиди, что сиди. Случилось? Пусть сидит, пусть сидит. А что у нас еще может случиться? Что у нас может случиться? В доме такая атмосфера, вот что мальчика до сих пор не спит. Вся издергалась. Садись, мальчика. Садись, сиди, сиди.
папе, нужны мы ему. Папе, нужны мы ему. На, на листочек, на. На, мальчика, рисуй. Рисуй, рисуй. Домики рисуй, вот. Большая девочка, а не знаю, что рисовать. Сережи нет? Нет. Ну и слава богу, можно хоть спокойно поговорить. Слушай, ну что у вас случилось, Шур? Что случилось? Стала я бороться, чтобы жить по-человечески, понимаешь, как на работе. Стал читать все, что есть о любви. И посоветовал мне дура-библиотекарша прочитать Анну Каренину. Да почему же дура-то? Книга такая. Книга такая, что таких подобных я и не читала. Ну. Но библиотекарша все равно дура, независимо от этого совета. Папа от мамы отличить не может. Но это я к слову. Анна Каренина, вышла такая книжка, а столько сохранилось бесчувственных людей, у которых нет внимания к самым близким, вот к семейным своим людям, свиньи. Но не об этом речь. Читаю я эту книжку, читаю, но знаешь, ну, вот как будто бы лесом иду, грибы собираю, тоска, ничего не понимаю, вот на лице паутина, все бы бросила и домой ушла, и вдруг целое гнездо боровиков, о доме уже и не думаешь. Чем дальше, тем больше, понимаешь? Этот Стив Облонский, ну, что наш монтёр, аккуратный, такой внимательный, а жена с детьми высохла вся. Ну, не об этом толк, сама Анна. И дошла я до места, которое читать нельзя. Анна умирает, а муж ее плачет. Вдруг дышит мне кто-то в ухо. Я как с небес в лужу. Мой пришел, уставился, стоит, значит, вот так вот и смотрит. Тяжело так дышит. Это он зануда всегда показывает, что мною недоволен, понимаешь? Ну, я читаю, он стоит и молчит. Тогда я говорю, тебе чего? Маечка, говорит, кашляет, сама в кроватку легла. Ах так? Я над своей душой работаю, а ты меня попрекаешь. Ты в ребенке больше понимаешь, чем я. И пошло, и пошло. Она, конечно, в слезы. Не любит она этого, знаешь, плачет, нервничает, ходит, ходит по дому и взмолилась к Марусе, да к Марусе. Девочка бедная. Марусь, ну что же это такое выходит, а? Ну ты мне скажи, Марусенька, ну если такая книжка, которой слов-то не подобрать, и та поссорила, что ж за душ-то у нас, а? Я не знаю. Ну что делать, Марусь, а? И жалко мне его, Тихого, и убила бы, вот своими руками. Знаешь, его молчание для меня вот ужас, хуже всякого крика. Вроде бы ты кричишь, значит, ты не прав, а молчишь, выходит твоя правда. Маечка, ты что говоришь? А? Шурочка, она просит ее к папе отвезти, а? Сиди, убью. Нашла разнорабочую, таскай ее туда-сюда. Шур, да она горит вся. Ну-ка. Ой, Марусь, и правда горит, а? Марусь, что делать-то, господи? Я не знаю. Марусь, выходит, что глаз-то у него вернее. Ну-ка. Слушай, пошли к вам, ну-ка. А? Померяем температуру, ну-ка, а? Ну-ка, покажи-ка мне. Шур, давай померяем температуру. Если она высокая, ну вызови мне отложку, в конце концов. Ну что делать-то? Пошли домой. Пойдем. Да? Пошли домой, папе. Мое золото. Да, конечно, к папе. К папе, куда же еще? Папочка, ты первый угадал, что мы больны, да? Выходит, папочка-то, папочка-то все знает. Папочка-то наш, умнее нас с тобой. Пошли, Шур, пойдем, мое золото. Папочка-то тебя в обиду не даст. Папочка, ты первый разгадал, что мы больны. Ну, что да, делать-то, Марусь, да. Будем, а? Ну, сейчас, подожди. Температура огнем горит, а? Подожди. Ну, Миша, я показался. Миша. Маруся! Маруся! Марусь, ну где же ты? Почему у вас дверь открыта? Марья Николаевна, покажитесь! Ой, ну наконец-то! Мы боимся одиночества, как дети. Мальчики заболели. Шурочкина дочь у них была. Да, что-нибудь серьезное? Простудилась девочка.
А мы в кино были, смотрели «Человек из ресторана». И главное, что удивительно, ни звука, ни слова, а все понятно. А меня другое удивило. Юрик, только не шутите, пожалуйста. Я настроена так серьезно, мне так жалко всех. А вы начинаете подсмеиваться, и все пропадает. Да нет, я шутить не собираюсь, я другое хочу сказать. Вот смотрел и картину, и удивлялся. Такое было ощущение, что собрались в кино люди только хорошие. А что вы тут стоите, а? Давайте, проходите в комнату. Я так рада, что вы пришли. Слушай, Юрик. А почему ощущение было, что собрались люди только хорошие, а? А до тонкости все понимали. Да? Кто поступает правильно, кто нет. Кого нужно презирать и ненавидеть, кому нужно сочувствовать. Ахали, смеялись и даже плакали в один голос. Ну а что ж тут удивительного? Да если бы они в жизни так отчетливо понимали, что хорошо, а что плохо, вот славно жилось бы. А все понимают. Да. Когда стукнет. А ты и без этого все понимаешь? Я все понимаю, мне объяснять не надо. Валь, ты куда? Я... Не... Можно я чайник поставлю? А чего спрашивать? Ты, конечно, ставь. Нервничает что-то девочка в последнее время. Разве? Не замечала. А вот у тебя что-то неважно в жизни. Юрик... Не барахли. Ладно. Ладно, не буду спрашивать. Значит, Валя, говоришь, нервничает. Что, с учением что-нибудь неладно? Может, влюбился. Влюбилась? Да что ты? Да что ты, она о таких вещах даже и не думает. Любовь дело. Недоброе. Не говори глупости, девчонка. Ты только начала любить, любовь это. Думаешь, я у тебя жену отбиваю? Нет. Ее, к сожалению, не отобьешь. Юрик, не брахли. Сережа, хочешь чаю? Там Валя на кухне хозяйством занялась. Пойду. Могу. Что, Сережа? Как будет у нас сегодня? Буду я опять как бы пустым местом? Или ты примешься меня учить? Или станешь говорить о глупости женщин вообще? Я сегодня Юрику сказала, любовь дело недоброе. Вот я чему научилась. Не умею я разговаривать на подобные темы. Что ж, давай опять молчать, лишь бы не кричать. Постой. Не уходи. Пожалуйста.
Марусь, у меня не ладится работа. А когда она у меня не ладится, я на всех бросаюсь. Почему ты мне не сказал? Я ничего тогда не понимаю. И ничего не вижу. Я знаю, что нет дела подлее, чем срывать свои неудачи на тех, кто близок, кто рядом, кто послабее, но... Марусь, я только сейчас понял, как ты мне дорога. Правда? Маруся, меня сейчас как пронзило всего. Мне показалось, что я оттолкнул тебя. Сейчас показалось, когда я вошел в эту комнату. Мы вспоминали друзей школы. Да нет, я понимаю, я ничего не говорю. Я понимаю все, но воздух не замечаешь. Отними, заметишь. Марусь, я без тебя не смогу. Задохнусь. Пойми это. Терпи меня. Сереженька. Маруся, никогда, никогда в жизни я не обижу тебя. Никогда, Маруся. 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 Сереж, здравствуй. А я не слышал, как ты вошел. Марусь, сколько раз я тебя просил, чтобы ты не садилась так в кресло. Нет, ну серьезно, ну говоришь, все бесполезно. Ты вся искривляешься, когда так сидишь, заработаешь себе искривление позвоночника. И уши закрываешь, это тоже вредно. Ну объясни мне, почему ты так делаешь, я не понимаю. Сереж, я тебе уже объясняла. Я так привыкла сидеть в общежитии, там с пола сильно дуло. И соседки шумели. Вот я бывало уши закрою, ноги подберу и сижу. Понимаешь? А я не понимаю. Ну, не понимаю я. Потому что говоришь тебе тысячу раз, говоришь тебе миллион раз, все остается на своих местах. А потому что ты специально, ты нарочно, ты специально это делаешь. Да-да, я не могу найти другого объяснения. Не надо. Что не надо? Но я ведь о тебе же забочусь. Не надо заботиться обо мне так свирепо. Да нет, ты рассуждай логически. Ты рассуждай логически. Да нет, тут не обижаться надо, тут надо благодарить. Спасибо, Сережа. Только ты не слышал историю о таком же заботливом муже? Ой. В городе была эпидемия брюшного тифа, вот жена выпила сырой воды, а ее муж застрелил за это. А потом оправдывался. Нельзя пить сырую воду, опасно. Не похоже. Рассуждай логически, ты увидишь, что очень похоже. Сереженька, я тебя очень прошу. Иди умойся, переоденься, я тебе дам чай. Я тебя очень прошу, мы потом поговорим.
Нет, и это мы еще не поссорились. Я поспорила с ним и только. Я не могла больше молчать. Это уже рабство. Я устала. Ой, у меня послезавтра зачет, голова даже кружится, так я устала. Это уже рабство. Успокаивать его, успокаивать. Уже целую вечность я что-то налаживаю, что-то улаживаю, скрываю от всех. Нет, это рабство. У него опыт по испытанию новых шлакоблоков, но я-то не виновата. Идет. Нет, мы еще не поссорились. Заговорю с ним, как ни в чем не бывало. Он сам мучается. Он сам не рад. Ну что, ну что, ну что тебе надо? Напомнись ты. Нет, уже шагу ступить по дому нельзя. Все смотрят, 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 доведут до этого состояния, потом начинают смотреть. Кто? Вы все! Почему ты говоришь обо мне во множественном числе? А потому что потому! Я умоляю тебя, замолчи. Ты так страшно меняешься, когда кричишь. А ты не доводи меня до этого. Боже мой, как это глупо, а? Как это ужасно глупо, как во сне. Когда тебя нет дома, я их немножко стараюсь это смягчить. Шучу над этим. Когда ты начинаешь кричать, как ты можешь на меня так кричать, а? Это же позор. Как в трамвае, как в очереди. И это ты, Сережа, ты, которым я горжусь, которым все его друзья гордятся. Слушай, избавь меня от рассуждений на эту тему. Почему, Сережа? Почему, а? Тут никого нет. Тут ты и я, нас двое. Да только кажется, что наш дом это... Какой дом? Дом, домишечка, домулечка? Как будто это самое главное на свете. Сережа, это не самое главное, но это важно, это семья. Слушай, перестань ты философию разводить своими куриными мозгами! Хватит кудахтать! Маруся. Марусь. Давай чай пить, а? А то я на работе не успел пообедать. Ужин на плите. Ну, давай ужинать вместе. Никогда этого больше не будет. Чего не будет? Я не хочу ужинать с тобой. Я ничего не хочу. Я думала тебя своим терпением образумить, а ты совсем распустился. Ты не настоящий человек. Молодец, Маруся. Слушай, как ты меня отругал-то, а? Никогда в жизни ты меня так не ругала. Ну, теперь мы квиты, а? Давай ужинать.
Я не буду с тобой ужинать. Ты очень плохой человек. Никто не виноват, что ты поставил какие-то жалкие опыты, они у тебя проваливаются. Слушай, не говори то, о чем не понимаешь. А неудачника всякий может понять. Размахнулся не по силам. Сколько ни кричи дома, талантливее не станешь. Замолчи, замолчи, замолчи ты! Кричи сколько хочешь. Мне все равно. Все кончено. Понимаешь? Все кончено у нас с тобой. Ну и прекрасно. Очень рад. Давно пора. Маруся! Куда ты?
Извините, Сергей Васильевич, что я к вам ночью врываюсь. У нас неприятности, Сергей Васильевич. Да вы проходите, садитесь, товарищ шериф. Благодарю вас, но сидеть нам как раз некогда, ехать надо. Если мы на этот поезд не успеем, то неизвестно, когда и доберемся. Поднялась метель, к утру будут заносы. Вот какое дело-то, а? Извините, я громко кричу, наверное, супругу вашу разбудила. Да нет, ее нет дома, она пошла к подруге к экзаменам готовиться. О, так поздно, да, все работают. Одевайтесь, Сергей, да нет. У нас считанные минуты. Да вы подождите, вы мне так и не объяснили, что случилось-то? Стена поползла. Как поползла? Так поползла, трещина такая, что страх. А там у нас племенной скот. Когда поползла? В совхозе все заволновались. Да, старики говорят, вот он, ваш скоростной метод. Мы позвонили в райком. Ага, там нам посоветовали, чтобы мы скорее до вас добрались. Понятно, понятно. Где поползла? В 7-м корпусе. Конечно, волнуюсь себе за остальные. Так, это то, что ближе к выгону, да? Да. Это то, что делали после меня, да? Да, вот, вот именно. Ах ты, дьявол. Да. Единёк. Да. Сильно, сильно будет мести. Подождите, товарищ шериф, сейчас. Да. Я жене записку напишу. Да, да. Я вас прошу, побыстрее. Сейчас, сейчас, Сергей, сейчас. Считанные минуты ведь. А как хорошо бы сейчас помириться. Я так замерзла. Не могу больше сердиться. Я, знаете, что сделала? Решила уйти от него к Юрику. Ушла, не ушла бы, не знаю, но решила. Юрик ведь не женат, я-то это понимаю. Это он из самолюбия говорил всем, что женат. Не хотел показывать, как он убивается, чтоб улюбила я не его, а Сережу. Ах, ну зачем так вышло, а? Юрик такой добрый. Нет, любовь дело недоброе. И Юрик убивал бы меня. Понемножку. Каждый день. А я его. Ну, если бы он стал моим мужем. Влюбленные, они ведь все добрые. А мужья убиваю. Понемножку. Каждый день. А я очень гордая. Что я плету, а? Замерзла. Устала. Кажется, я заболела. От электрического света глаза очень ломит. Что-то горло болит. Голова болит. Пусть горят свечи. Так легче все-таки. И детство напоминает, когда болеть было приятно. А теперь... Теперь очень страшно болеть. Сережа, ты не вернулся еще? Наверное, не догадывается, как я больна. И сердится на меня, как на здоровую. А я, кажется, очень больна. Сами знаете, как я не люблю жаловаться. А сейчас по всем телефонам звонила, на помощь звала. И как на грех, никого дома нет. Стойте. Стойте. Кажется, я понимаю. Темнота.
И бесконечные вечера научили нас петь. Потому что мы были храбрыми детьми. Только бы мне выздороветь, справиться с болезнью. И я справлюсь с бедами мелкими, как микробы. Научиться. Научиться жить, как мы научились петь, чтобы все было прекрасно. Только бы не забыть сказать это Сереже. Дайте мне карандаш. Нет, карандашом не записывают результаты опыта. Дайте мне ручку. Скорее. Скорее же. Мы не имеем права быть несчастными. Не то время. Марусь, ты где, Маруся? Марусь! Марусенька! Господи! Марусечка! Что с тобой, а? Маруся! Марусенька, это я, Шурочка! Не узнаешь? Марусенька, очнись, а! Умоляю тебя! Господи, что делать-то? Миша! Миша! Миш! Миша! Звони в скорую, Марусе плохо. Они мужским голосам-то больше доверяют, мигом прикатят. Маруся. Марусенька, умоляю, очнись. Умоляю тебя. Так перевернулась жизнь. Так шумит у меня в голове. Простила она меня? Или упрекала, как перед уходом из дома той дурацкой ночи? Хочу вспомнить Марусю такой, как всегда. Она мне представляется осуждающей. И чужой. Кто там? Это я, Шурочка. А. Здравствуйте, Шурочка. Я что, дверь не захлопнул? Захлопнул. Все в порядке. Они там у нас сидят, рассуждают, можно ли вас беспокоить. А я вышла да и сюда. Шпилькой дверь вашу открыла, как в ту ночь, когда до Марусеньки не могли. Смотри на меня зверем-то. Нас горе сбило в одну семью, как и положено. А ты самостоятельного мужчину из себя изображаешь. От людей прячешься. Работать научили коллективно. А мучиться желаешь в одиночку. Ответь мне только, ответь. Я тебя быстренько в чувство-то приведу. Ты ел сегодня? Да. Сереженька, горе-то какое. Положение тяжелое. Ой, не надо, Шурочка. Не надо. Как больной зверь в берлогу запираешься. Этому тебя учили. Меня учили вести себя по-человечески. С какой стати я стану свое горе на вас взваливать? А здесь нет твоего горя. Мы все в отчаянии. Сейчас всех сюда приведу. Всех. Этого мне только не хватало. Да заходите вы.
Подождите. Всех зовет. Кто сидят там, рассуждают, как Сереженька переживает. Входите. Лёня. Садитесь. Не надо, Шура. Не надо. Как ругаться, так надо. А прийти посочувствовать человеку не надо. Ну что, молчите. Выходит, я опять глупо сделала, да? Но ведь надо было что-то делать. Я думала, как вместе сойдемся, так легче станет. А выходит, стесняемся мы. Да и только. Да нет, я рад. Я правда всем рад. Ну вот видишь, что я тебе говорила. Что сказал доктор? Да ничего нового не сказал. В инфекционное отделение не пускают. Сказал, чтобы я завтра в 7 утра. Он там уже будет у Маруси. Если найдет нужным, то разрешит нам увидеться. Спокойнее, Орлов. Спокойнее. Ольга Ивановна, я счастье свое убил. Почему, Сережа? Вы еще спрашиваете, почему? Шура. Это я о себе, о Марусе. Если бы вы только знали, как она все скрывала, как она умела все скрывать, как она пыталась образумить меня, привести меня в чувство. А я еще больше куражился. Ну, а вот я просто не могу поверить. Не могло этого быть. Никанорыч, я сам в это не могу поверить. Потому что ведь на работе. Ну, ведь на работе. Болею я, худо мне. Все, что угодно. Я умею брать себя в руки на работе. Отметнуть все, что мне не нужно для работы. И становлюсь человеком. А дома она и заболела-то из-за меня. Ну, в этом не надо себя винить, да. Сережа. Не надо. А вы попробуйте, Никанор Никанорович, совесть логически успокоить. Ну, это ведь случайность. Случайность. Ну, хорошо, пусть случайность. Пусть случайность, но все равно я бы ее убил бы. Да ну, Пол, ну что ты? Ну что ты, Сережа? Убил бы. Сережа. Убил бы, потому что Маруся, она никому зла не сделала. Все люди от нее только добро видели. А я... Спокойнее, Орлов, спокойнее. Мог бы сделать ее несчастной до конца. Изуродовал бы ее всю. Ой, сколько времени, а? Сейчас. 11. 11. Да. Вы знаете, я в больницу к ней пойду сейчас. Все легче. Доктор сказал завтра. Ну, завтра так. А я там где-нибудь приткнусь около. Если не пустят. Вы уж меня извините. До свидания. Сережа.
Жена у меня здесь. Но мне очень надо. Поймите, очень надо. Что людей-то зря беспокоишь? Сказано, приходи завтра. Ну, завтра. Товарищ, ну... Совсем лишился сна я, на свете нет печальней напева моего. Мне горько от того, мне горько от того, мне горько от того, отчего не знаю. Мне горько от того, мне горько от того, мне горько от того. Другой не купишь. Я толкнул иголку и слышу, как в бреду. Мне горько потому, мне горько потому, мне горько потому, что ты меня не любишь. Мне горько потому, что ты меня не любишь, а я как никогда. Thank you.